Всем привет! После того, как я подстригла свои волосы, укладывать их стало намного проще и появился дополнительный объем. Но сегодня я покажу, как я делаю объемную прическу, которая вам очень нравится. И мне она очень нравится. Начнем с ухода. Я заметила, что многое зависит от того, чем вы обрабатываете ваши волосы. На данный момент я пользуюсь лечебным органическим шампунем от Перхоти. Честно скажу, что я наконец избавилась от этой проблемы. После шампуня я использую органическую масочку увлажняющую. Эти продукты я заказывала на сайте iHerb, поэтому они доступны. Если кому интересно, ссылочка под видео. Стараюсь, чтобы волосы высохли естественным способом. Если нет времени, то фен вам в помощь. Но вначале на влажные волосы на кончике наношу масло макадамии и на все волосы наношу термозащиту. Все, теперь, когда мои волосы сухие, начинаю их накручивать на новую плойку. Плойку мне пришлось купить в Японии, так как здесь все розетки на 110 вольт. Вы понимаете, что все плойки и все фены, которые я привезла с собой из Казахстана, не подходят, так как им не хватает мощности, чтобы нагреться. Новая плойка мимишная, розовая, в японском стиле, диаметр 32 и нагревается до 145 градусов. Теперь расчесываю и разделяю волосы на два ряда. Как обычно, весь нижний ряд накручиваю на мимишку. Каждую прядь в разную сторону. Влево, вправо и так далее. Просто так прикольней и веселее. Нужно же вам что-то новенькое показать. Конечно же, я шучу. То же самое проделываем со вторым рядом волос. Заметьте, как я пальцами контролирую нагреваемость пряди. А потом рукой остужаю локон, свернутый в калачик. Для того, чтобы локон дольше продержался на ваших волосах. После всех манипуляций с плойкой я опускаю голову вниз, прочесываю волосы немного расческой. Да-да-да, это необходимо для объема. Наношу на волосы лак для волос. И вуаля, укладка готова. Волосы становятся объемными, живыми, игривыми. Очень нравится эта укладка, надеюсь, вам тоже. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!